Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Николай Михайлович. Добрый. Правильно ли я понимаю, что Министерство юстиции входит в задачу и правовое просвещение граждан? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить «Живее Беларусь» в Беларуси? У вас какие-то другие еще вопросы из Китая есть к Министерству юстиции? Кроме этого вопроса. Просветите меня по правовым аспектам. Ну, я еще раз говорю, какие-то еще вопросы у вас есть, кроме да, этого? Да, еще есть, да, есть. Пожалуйста, есть. Задавайте вопросы еще. Кто напал на Украину? Пожалуйста, еще вопросы у вас есть? А вы еще на два не ответили. Я вам еще раз спрашиваю, какие еще вопросы есть? Так, все, ладно. До свидания. Давайте легкий задам. До свидания. Давайте легкий задам. Хотел спросить, какой ваш любимый цвет?